Венгрия продолжит конфликт с Украиной, но выберет тактику точечных ударов на национальном уровне. Такой прогноз дали эксперты издания «Зеркало недели». По их мнению, кабинет Орбана пойдет на односторонние санкции в отношении Украины, голосуя против по любому вопросу, который касается практического сотрудничества Украины и Европейского Союза. Вместе с тем, в Будапеште не решаются блокировать продление санкций Евросоюза против России, введенных из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, полагая, что это может сыграть против них.